Rachmaninov è considerato il più occidentale dei compositori russi e molti dicono che nel terzo concerto si riconoscono elementi tipicamente hollywoodiani, ma la Russia è pur sempre presente. Qual è il suo Rachmaninov, maestro? Я думаю, что можно сказать про Голливуд с Рахманиновым связывая, что это говорят люди, которые совершенно не понимают, кто такой Рахманинов. Ma sentito suonare così sembra una cosa molto semplice, nel senso che lui la suona con una naturalezza estrema e anche i passaggi più difficili nelle sue mani sembrano molto semplici. È un pianista, secondo me, del quale sentiremo parlare per molto tempo ancora. E poi mi sembra molto versatile, nel senso che anche i due bis, lo Schiaccianoci Tchaikovsky e il Bach Busoni, hanno dimostrato che non è solo un pianista di forza o di potenza, ma anche un pianista molto delicato. Я думаю, шестая трагическая симфония. Пятая тоже трагическая, но не так явно. И начиная с четвертой симфонии, все это судьба. Я всегда чувствую, знаете, я дирижирую и чувствую то, что мне композитор подсказывает. Я сам свои чувства убираю в сторону. То есть не убираю в сторону, конечно, но я соединяюсь с тем, что композитор хочет сказать. Я в это время превращаюсь в посредника между композитором этим и публикой. Что Чайковский хотел сказать, я передаю это публике. Maestro, com'è cambiato il suo modo di dirigere Чайковский dalla prima volta ad oggi? Это мне трудно сказать, но в принципе мне тогда казалось, что так надо дирижировать, мне казалось, что только так. Когда проходит время, я меняюсь, конечно, и меняется отношение. Но это то же самое, что когда вы в молодости читаете «Войну и мир», а потом через 10 лет читаете, вы открываете очень много нового. Это зависит и от возраста, и от опыта, от жизненного опыта. Maestro, ci può parlare del festival d'inverno che lei ha fondato a San Pietroburgo? Дело в том, что может быть Петербург единственный город в мире, где на одной площади филармония, оперный театр, русский музей, театр, драматический театр, оперетты, бродячая собака, кафе, где собирались все поэты. Практически вся последняя. Вряд ли есть такая площадь на свете. Я думаю,
Жалко, что раньше не пришла мысль делать фестиваль, объединив все виды искусства. И вообще, в принципе, я хотел вернуть этому городу то, что исторически всегда было там. То есть все в Петербурге летом уезжали из Петербурга. Они возвращались в Петербург только зимой. И тогда начиналась культурная жизнь вообще зимой. А летом ничего не происходило.